Пока красноярские пляжи готовятся к лету, пингвины из парка Роев ручей открыли купальный сезон. Правда, в этом году чуть позже, чем обычно. Пингвины в парке флоры и фауны Роев ручей открыли купальный сезон 25 мая, что значительно позже, чем в прошлом году. Связано это с долгим приходом теплой погоды. Птиц выпустили в открытый бассейн, где температура воды должна быть выше плюс 15 градусов. Судя по тому, как пингвины бегут и радостно ныряют в воду, они долго ждали этого момента. После купания птицы сразу занялись важным вопросом. Начали выбирать место для своего будущего гнезда. За лучшие домики даже разгорались споры. Самцы, как настоящие мужчины, сразу приступили к работе. Начали собирать веточки для гнезда. А самки отправились в гости друг к другу, чтобы знать, кто живет по соседству. Напомним, что недавно в парке было пополнение среди. Сейчас ему исполнилось 3,5 месяца.